78 лет колонии на шестерых. В Омске осудили банду наркоторговцев. Организовал преступную группу Святослав Горбач. Запрещенные вещества он покупал в Новосибирске и переправлял их в Омск крупными партиями. Сбыт наладил через сеть интернета, а оплату драгдиллеры получали через электронные кошельки. Напрямую с подельниками Горбач не встречался. Вину молодые люди не признали, утверждая, что занимались продажей пищевых добавок. Однако изъятые в их домах вещдоки говорят об обратном. Главарь банды приговорен к 18 годам лишения свободы. Распространители зелья получили от 10 до 15 лет. Органами предварительного расследования было представлено достаточно доказательств, в связи с чем государственное обвинение просило признать их виновным по всем инкриминируемым деяниям. Кроме того, они обвинялись в легализации денежных средств, полученных от продажи наркотических средств, в размере более 63 миллионов рублей.